Количество опасных погодных явлений во всем мире за последние годы существенно увеличилось и продолжает расти. Таким наблюдением сегодня поделились специалисты Республиканского гидрометеоцентра. Синоптики заявляют, что связано это с глобальным потеплением. По их словам, жара этим летом в Беларуси стала самой продолжительной за последние 25 лет. Сместились в стране и агроклиматические зоны. В районе Полесья начала образовываться новая зона. Здесь более короткая продолжительность зимы и удлинившийся период вегетации. Именно из-за глобального потепления зимы в Беларуси стали мягче и менее снежными. Сокращается весенний сезон, а лето, наоборот, приходит все раньше.